Футбольный клуб «Лида» в минувшие выходные также не порадовал своих болельщиков. Матч 18-го тура чемпионата страны в первой лиге наша команда провела в субботу на поле стадиона «Юность» и уступила лидеру первенства «Сморгони». Встреча завершилась поражением нашей команды со счетом 1-3. Единственный гол в составе «Лиды» принадлежит Альберту Михайлову. Отметим, с 15 баллами «Лида» сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице.